что у нас может случиться пересыхает голову. Может случиться всяческий отвал. Поэтому, готовя программу, мы ее готовили как бы на два варианта. Один с участием иностранных музыкантов, которых у нас обычно бывало много. А другой вариант без участия иностранных музыкантов. Меня поставили перед очень морально трудным выбором. Надо было сказать нашим ребятам следующее. Ребят, если не приедут иностранцы, замените. Такое низкопоклонство перед Западом. Но почему-то они мне все сказали, да какие проблемы, заменим, конечно. И все так сложилось. Мы долго пробивали визы, мы изнасиловали Министерство иностранных дел, но виз не дали. Культурный форум отменили, им тоже не дали, в общем. И поэтому, ну вот затевая наш фестиваль, мы понимали, что нам нужно как-то оправдать средства и силы, которые город выделяет нашему фестивалю. И меня спросили по культуре, ну что, не приедут иностранные музыканты, ты что, гостиницы, перелеты, гонорары. А я им ответил, ничего страшного не случится. Мы потратимся на видеозапись и поставим все в YouTube. И Леонид сказал, конечно. И у нас был с ним опыт. Приезжали немецкие друзья, и они прекрасно сняли фильм Леонид с компанией. Были вюртбургские студенты, и наши студенты работали вместе. Потом мы летом, напомним, мы поставили на YouTube 50 мини-концертов. Их можно посмотреть. 6 июля по 11 сентября, каждый будет день, кто-то из наших музыкантов, друзей, из почетных членов, из наших бывших стипендиатов, из друзей, петербургские ребята, играли что-то у себя дома. Миниатюры, крупные формы. Вы знаете, я никогда не думал, что это будет так интересно. Какая-то интимность, теплота. Не падают на мерки, нету кашля, никакого. А так дома. И минут 20, не больше, то, что воспринимается легко. Все это стоит на YouTube. Это называется, я называю это группа «Привок и вечность». Если мы это оставим, это навсегда и останется. Конечно, мы наши концерты «Серебряной лиры» поставим все на YouTube. И их сможет посмотреть, послушать гораздо большее число, чем вмещает зал. Поэтому сегодня у меня, как у продюсера, только одна беда. Если мы не продадим билеты, мы не получим билетные сборы, мы не знаем, как будем дальше жить. Ну, придется купить большую шляпу и встать вот напротив. Ну, подайте. Но больше ничего не останется. Но, может, и придут. Главное, что не пропадет, ребята будут играть, и люди будут слушать, те, которые придут, и тысячи, десятки тысяч людей, надеюсь, те, которые YouTube смотрят. Вот. Ну, вот, в общем-то, все, что хотел сказать. У вас буклеты. У вас есть программа на первой странице на обороте. Начинаем мы. Молодежным камерным. Полина Осетинская, солистка, она играет два концерта. Бахара минорный и Моцарта минорный. Ну, чего лучше, я не знаю. Вот она там, может, услышали запись твою старую. Очень красивая эта. Вот. Будет Мендельсонов симфония, которую написал 14 лет Феликс Бартольд. 10 симфоний для струн. Это будет 10-я. Вот. И будет симфония «Медведь» Гайдна, 82-я. Вот это вот спасибо Ярославу. Потом у нас будет Петру дуэт. Они не пришли сегодня, потому что Настя Горгалева говорит, я боюсь, я кажется заболеваю. Я говорю, у тебя ковид? Она говорит, да нет, она просто насморк. В общем, пересидела дома, она должна была прийти с мужем. Они заменили литовский дуэт, который тоже был приехать. У них чудесная программа, они играют, кроме прочего, две свиты Рахманина, вот этого храняли. Ну что лучше? Ну ничего лучше нет. И они превосходные занесли. Вот дальше Леша Чижик, Чижик джаз-квартет дарит нам вечер. У него замечательные коллеги, их четверо, среди них Олег Белов, сын нашего композитора Геннадия Белова и помощник Урганта на ежедневных. Помощник? Да. Да, то есть замечательные ребята. Вот, что они будут играть, я знаю, но в буклете все написано. Это очень хорошая, светлая музыка. Мы все услышим тоже, надеюсь. Дальше идет бомба. Приезжает семья Бессоновых. Ваня Бессонов, мы его знаем по городу, ну, тех уследили. Он учился в десятилетке потом в городской музыкальной школе. 2 года или 3 назад я его как раз услышал, это было превосходно. Это какой-то гениальный мальчик. Он уже вырос, получил Евровидение премию. И я звонил с отцом, разговаривал, звал его нам на фестиваль. Потому что в прошлом году мы завершали фестиваль Александра Довгой. Тоже 12-летним, с талантливейшей девчонкой. И мы говорили, что это вход в новое десятилетие фестиваля. То есть мы талантливых детей будем стараться привлекать все время.
И вот отец ей говорит, а чего вы зовете только Ваню? Давайте мы привезем Бога Никиту и Данила. А кто это? Это мои сыновья. Это братья Бессонова, Ваня. Они тоже в ЦМШ учатся. Они такие же, говорят, талантливые. Но по программе, с ума сойти, что они играют. Он говорит, что за сенсанс? Ну, не знаю, увидите. Но это действительно интересно. Иван очень талантлив, без всякого. Такого фантазии экспромт, как я говорю, 8-й сонаты. Чуть-чуть не знаю. Он играет на заре 4-й этюд Шопена. Ну, поэтому это, ну, не знаю. Ну, ну просто с ума сойти. Растет талант. Очень хорошо. Значит, это концерт. Кстати, на него продаются билеты активно. Дальше. Ну, мы позвали пражское трио, гварнери трио. Но они не приехали. У нас есть свое трио, филармоническое общество Санкт-Петербурга. Вот Никита Зубрев, его представитель, там еще Дима Павли и Игорь Золотарев. Вы говорят, что ковид нет. Я правильно не говорю? О, Господи, Игорь подозревает, что заболел. Но Никита обещал найти скрипачей, которые подменят. Они тоже играют, что надо. Они играют трио Чайковского, посвященное памяти Николая Рубинштейна, и трио Рахманинова, посвященное памяти Петра Ильича Чайковского. Ну, два трио, ну, высший пилотаж. Дальше. Алексей Жилин, сын Гейтзектер, это виолончелист. У него больше 15 корпусов побед. Я когда прочитал, ах, ну, а мы говорим, мне как больше, там 17. Слышишь, как он успел. Виолончелист очень скромный и очень талантливый. Мы звали венгерского Ласло Феньо, его заменил Жилин. Он обещал прийти, но не пришел. Вот. Ну и завершается Илья Иов со своим дивертисментом, оркестром дивертисмент. Они играют Вива ди Гала. Это уже по нашей просьбе. Нам очень хотелось, чтобы концерт завершился. Ну, у нас завершился такой музыкой, которую все страшно любят. Ведь сколько ни ставь концерты времена года, столько публика приходит. Это вот какая-то невозможность. Но там не только это будет. Там московская певица приезжает, Яна Иванилова. Это чудо. Она замечательная певица. И вот они вместе друг дружку очень ценят и любят. Я надеюсь, что будет большой-большой подарок и большая радость. Вот такой фестиваль. И вот. А теперь я... Не пропустил? Чего? Ой, пропустил. Лиза Украинская. Лизочка Украинская. Это наша бывшая стипендиатка. Очень талантливая девчонка. Она поступила к Сандру в аспирантуру. И мы ее позвали дать первый, как сольный концерт в малом зале, как дебют. Она должна была играть сонату Моцарт второй мажор, 5 этюдов Дебюсси «Остров радости» и 4 скерца Шопена. Так, на минуточку. Но нам не позвали несколько дней назад, сказал Борис Ильич, у меня положительный тест на ковид. Потом она сказала, что уже отрицательный тест, но пока села краер, говорит, пока не могу. Но мы дали 3 дня, если не пройдет, значит, она играть не будет, мы не можем это позволить. Будет играть Илья Папаян, если она не сможет. Это мальчишка очень талантливый, тоже учится Александра Николаевича Сандлера. Он у нас в программах играл, тоже помеченный Богом пианист. Вот такая вот программа. Вот. Ну вот вроде я завершился, теперь я давайте по аранжиру.